Привет, с вами снова я, Вика Про, и со мной сегодня Настя Смайл. И сегодня у нас будет скетч типа учеников. И да, да, на канал у Насти ссылочка будет в описании. Подписывайтесь, у нее мало подписчиков. Она начинающий блогер. Да. Ну, а мы поехали! Всезнайка. Я знаю. Это я отвечу. Три. Ну, Мария Ивановна, почему вы меня никогда не спрашиваете? Вечно голодный. Три. Итак, дети, сегодня у нас будет новая тема. Три. Итак, эй, что ты там не слушаешься? Что ты ешь на уроке? Три. Не знаю, что делать на уроке. Блин, чем бы заняться? Может, карандаш поточить? Точилка сломалась. Эй, Вика, ты что там делаешь? Все. Диайвайщик. Диайвайщик. Раз, два. Диайвайщик. Ну что у нас не получается? Диайвайщик. Ну так, приступим. Надо нарисовать сердечко. Превосходно. Тупой. Придите, сердечко. Все? Давай. Эй, Машка, лови записку. Все. Красотка. А, всем здрасте. Ой, что-то я завонялась. Ой, что-то губки высохли. Я красотка. Три. Эй, Настя, что ты там делаешь? Губы красишь? Три. А ну-ка быстро взяла салфетку и вытерлась. Бегом в туалет, пошла вытираться. Давай, давай. Можно выйти? Мария Ивановна, можно выйти? Можно выйти? Можно выйти, мне очень-очень срочно. Теперь, Вика, тебе не кажется, что ты слишком много ходишь в туалет? Ты что там, что ты там делаешь? Ничего. Тебя еще можно сделать. Антистрессовый. Три. Ой, что-то у меня стресс, надо пожмякать антистресс, пока лучик не будет. Что ты там делаешь? Ничего. О, сильно мало антистрессов. На! Ну, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на канал Насти. Ссылка в описании. Да. И всем пока-пока.